Всем привет, дорогие друзья, с вами Игорь Че, меня зовут Игорь. В общем, я продолжаю проходить игру, которая называется Half-Life 2. Ну или же Half-Life 2. Значит, мы остановились где-то в главе, ну, в каком-то месте главы 6-17. Это, по-моему, 7-я глава. Да, это 7-я глава, так. 8-я глава, в общем, здесь еще есть. Значит, идет. В общем, попробуем до 8-й главы дойти, если это получится. Значит, давайте начнем. Так. Так. Ну, это очень прикольно, в принципе, смотреть, как они это самое. Попробуем. Только у меня просто 21 хп осталось. Так, закрыто. Так, это меня не очень уж и радует. Где у меня то оружие, вот. Хорошо, у меня уже побольше стал. Так, хорошо, они гранату не кинули. Не кидали. Так, наша задача сейчас открыть вот это вот... самое. Так, а... О, ничего себе, блин. Так. Ну, типа, я могу этот танк вообще, что ли, оттолкнуть? Все вообще туда. Ничего себе. А, это электричество было к танку привязано, значит, да? То есть, получается, можем проехать, да? Ничего себе, отлично. Только у нас теперь такой шокер есть, электрошокер. Ну, как автомат. Назовем автомат шокер, наверное. Ладно. Просто... дальше едем. Так, тут фонарь включить нельзя. Ладно. Так. А, это, дальше можно проехать, да? Точно. Осторожно. О, знакомое место. Да. Самый такой крутой мост. Очень интересно так. Стреляют. Так, ну... так, нам нужно будет потом здесь поезд
проехать, да, получается. Сейчас нужно понять, вспомнить, как тут. Через мост получается, да? Я вспомнил, хорошо. Я же проходил уже эту игру, но позабывал много чего такого. Хотя можно было монтировку использовать. Ну ладно, с этой монтировкой. Спуск есть? Лестница какая-нибудь? Нет, наверное. Так, ну, в принципе, очень интересно. Ладно, тут... Хоть полно. А, да, полно. Это ракеты. А, по-моему, здесь можно. Так, а что здесь? В смысле, какие тут? А, у меня даже ракета. Это ракеты, да? Хорошо. Ладно, будем спускаться тогда. Эй. Блин. Нет, я сейчас по-другому. Давай сейчас по-другому с тобой сейчас. Подожди. Все, вот так вот. Сколько всего интересненького. Так, ладно, пойдем. Это же еще не восьмая глава, это все еще седьмая, да, получается, да? Да, это все еще седьмая глава. Я думал, что баг, то что там надпись не появилась. Так. О, вот как раз. Нужно. Вот. Ой, блин. Да блин, закройся. Все. Так. Сейчас. Так, ушиблись, ну и ладно. Вспомнить бы, как тут что и как. И что, когда, что, где, кому. Ой. Так, у меня уже 98% костюма этого самого. Ой. А, это поезд приезжает. Ладно, это не страшно. Ой-ой. Не упали. А хотя бы сюда бы пойти. О, у меня уже новые самые новое оружие, но я все равно пока что свое оставлю вот изначально. Где у меня? Может снова пользоваться вот этим вот? Да ладно уж. Блин, мне бы туда перебираться еще. Блин. Черт. Бежим. Свой страх и риск. Так. Ладно, я тогда все-таки буду как это самое экономить. Ой, я там уронил. Бачок, ну ладно. Нам не понадобится все равно. Так, ну ладно. Мне бы еще самого. Блин.
Чё заново? Опять, наверное, подниматься нам вот туда вот заново, короче. Блин, я забыл за границы, блин. Блин, разработчики этой игры вообще не сделали это самое то, которое нужно вот. Чтоб можно было, чтобы они тут сохраняли игру как-то. Чтоб лишний раз не добираться, блин. Это самое, вот что огорчает, конечно, блин. Ладно. Сейчас тогда все быстро сделал, я уже понял, в принципе, схему. Так, там аптечки, они нам не нужны, блин. Да, я тебе поднимусь. Так, в этот раз я тогда... Так, ой. Блин, а? Так, а здесь чё? Гранату мимо бросил. Молодец. Ой, а мне еще подняться бы как-нибудь. А, вот. Сика. Так, а... Блин, а? Забрались, ладно. О, блин. Давай. Ну ладно. Вот еще. Хорошо, что вот эти вот штукенцы есть. Так. Ладно, хорошо. У нас уже полно, в принципе. Осталось только... А, ладно, ничего страшного. Так. Так, зачем я с гравипушкой хожу? Мне нужна эта самая... с этим вот ходить. Так, осторожно, поскольку нам нужно сейчас быстренько так перебраться. Вот. Мы сядем к себе обратно в тачку и поедем в это самое туда, куда нам нужно было. А, да-да-да, нам нужно же на Новый проспект, там же это самое... Я запомнил то, что там же тот самый Илай. Вот.
птичка. Жалко, конечно, вот что с собой. Хотя можно, в принципе, с собой взять. Лучше нет, здесь оставить. Хотя, давай на здоровье воды кину. Ладно. Пойдем тогда. Так. Так, а этого мы уже прикончили, насколько я помню, да? Дай посмотрю. Да, мы его не прикончили. Все. Лично разобрались с его языком. Ой, осторожно, осторожно, осторожно. Блин, тьфу ты. Хорошо, но мы, главное, хоть не заново начали самое разбирательство. Все, давай, прощай. Так, сейчас, ой, осторожно. О, ух. Так, ладно, 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 мы нашли подъем как раз. Ура, мы поднимаемся, мы поднимаемся. Ну что нас сейчас ожидать будет, это поезда, конечно, нам нужно... Блин. Ой. Чтобы еще не упасть, главное, не упади только. Блин, все-таки, да, здесь оказался. Все. В смысле? Простите, а я разве не предусмотрел, что где нужно было отключить? Блин, я просто не предусмотрел, наверное. Я добирался, скорее всего, там что-то забыл сделать. Но только будем считать, что я уже добрался, только с помощью этого чит-кода. Мне это самое, просто придется, наверное, чит-кодами пользоваться. Извините, нельзя. Потому что это вообще уже как-то, ну, нехорошо. Где, как там это самое, где отключается вот этот механизм? Здесь нет, здесь он не отключается. Где? Все, вспомнил, вспомнил. Хорошо, ладно. Чисто
тогда нуклеев обратно. Вырублю. Ну еще тем более мне нужно это самое отключить. Самое свачиц на ноль переключить, честно. Все, чтобы игра не подумала, что мы читерим и не даст нам достижения, то я за это просто паникую. Вот. Блин. Тело на исходе, блин. Быстрей! Ух. Успели, но... Блин, еще тем более нужно обратно вот это вот все. Заново вот. Так же, как и изначально. Все, у меня все. Ой, да блин, да почему ж, господи. Получается. Получалось раньше. Давай. Да блин. Да, машину просто уничтожила. Да блин, да что ж ты будешь делать, а? Вот так вот обхитрились мы. Все.
Нет, нет, подожди, подожди, стой, 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 стой. Все отлично. Так, я продолжаю. О, песчаная ловушка. Уже 8-я глава началась. О, блин, вот это вот меня очень огорчает. Пытается нас, пытается. Это самое. Все, все. Да блин, да почему же я не могу залезть? Карли, да, давай, все. Так. Все. На него сейчас подавим, это самое. Ой, блин, не, я в ловушке. А нет, не в ловушке. Ладно, давай дальше. Я не знаю, у меня почему-то, кстати говоря, третья серия прохождения игры почему-то не до конца выложилась, она все еще грузится. Я что, так рано удалил, что ли, от нее запись, что ли, блин. Сейчас просто полный. Ну, я не знаю, может, как-нибудь, я не знаю, может, вы забьете просто на это самое, на вторую, по-моему. Да, а у меня вторая, то есть вторая серия прохождения не выложилась, точно. Вспомнил. Так. Так там же можно войти. Ого, ничего себе, это я, конечно. А, ну я кружку сломал. Разбил, ну и ладно. Все, что ли? А здесь что? Заброшенный, короче, дом. Но мы тут ничего такого интересненького не найдем. Ищем с ним. Шли, короче, обратно. Вниз. Еще тем более мы этот самый танк. Но мы никак сесть не можем, потому что он заблокирован. А, ну ладно. О. Oh.
Что ж ты? Что ж ты там ко мне влюбился? На, то есть он будет нам тачку ломать, да? Ладно, он мне пока что не мешает, в принципе. Сейчас мы туда тогда доедем. Так, ой, а здесь... Подожди, сейчас мы сначала вот здесь проедем. Потом уже будешь со мной разбегаться. Я думаю, что здесь можно остановиться. Че, влюбился в мою тачку, что ли? Иди нафиг. Пытался выстрелить, у меня не получилось ему ничего. О! Этот куб... Ой, в смысле, господи, да чё я начинаю купить? Шарик этот самый здесь что-то на дороге выскочил. Даже мы сначала сейчас разберемся с этой схемой, потом уже будешь идти за мной. Что я здесь не понял активировать нужно? А, вот все, да? Не дай пройду. Что ж ты будешь делать, а? А здесь что? А здесь разве можно что-то проехать? Нет, я что-то не вижу. Надо вспомнить, как тут, да и в чем, в принципе. Блин, подожди. Что, влюбился в меня, да? Блин, я что-то не пойму, а... Сорвался, блин. Я чуть не понимаю немножечко, что здесь и как. О, сейчас получалось, сейчас получилось же. Аж как-то можно вот так, хотя не уверен. Блин, ну помогите, я не разбираюсь. Забыл просто уже. Идите как. Может, мне одному дальше идти, без бросить ее, что ли? Хотя не уверен. Так вроде бы не делается. Я не открылась почему-то. В чем проблема? И почему она не открылась? Давай еще раз попробуем. Ой.
Господи, ничего себе. Это да. Но я до сих пор не понимаю, как это самое. Ничего не происходит. Что делать? Ой. Не могу понять. Надо же вспомнить. Может, так я могу как-нибудь проехать, если это не трудно. Так, запись. А, блин, начинает заканчиваться память. Ладно, сейчас я пойду тогда пересмотрю прохождение, вы пока что подождите. Я вспомнил, надо тут в одном из капотов машины посмотреть. Сейчас посмотрим. Я не пойму, а в какой машине? Блин, ладно, лучше покажется. По-моему, здесь, да? Да. Не открылась. Где еще этот аккумулятор нам взять? Нужно все три активировать. Сейчас еще посмотрю. Третий на каркасе кровати. Ну, я не знаю. А, здесь. А, господи. Ну, я такой. Как бы. Тормоз. Медленно, правда, открывается, ну ладно. Всё. Так, уже 5-3 гигабайта. Блин, ну пора заканчивать. Не знаю. Да. Давай. Все, остановись. Ну, блин, придется заканчивать. Ладно, с вами был Игорь Че, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, комментируйте, делитесь этим видео с друзьями, нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить мое видео. Всем пока!